Новые правила предполагают автоматическое продление инвалидности на последующие полгода, а также позволяют присваивать инвалидность без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы. Временный порядок оформления инвалидности утвердили из-за угрозы распространения коронавируса и теперь продлили до 1 марта 2021 года. Это происходит, чтобы граждан, вот без их участия, почему еще раз подчеркну, чтобы вот этот трудный период, да, не было посещений медицинских организаций лишних. Вот. И упрощает им. Они не приходят с документами. Все, результаты, во-первых, им сообщается по телефону, объявляется решение, отвечаем на их вопросы, порядок обжалования рассказываем, а все документы, которые группа инвалидности, индивидуальная программа реабилитации, доставляются по почте. Если раньше из-за отсутствия сведений о медицинских исследованиях человека могли отправить обратно в поликлинику, то теперь специалисты должны будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации. При этом возврат должен занимать не больше 3 рабочих дней. Известно, что уже 3700 взрослых и 170 детей в Тамбовской области продлили инвалидность на полгода по новым правилам. В обычном порядке на год или бессрочно ее получили 14 000 взрослых и 800 детей.